Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Imagine Holy Play. Сегодня будет такое необычное видео. Сегодня хочу поработать пожарным, но не по обычному, а для этого я возьму Бугатти, перекрашу ее в красный цвет, и мы будем ездить по вызовам и, возможно, смотреть реакцию людей. Я думаю, это прикольно, ездить на Бугатти просто, на самой дорогой машине, которая есть на проекте, потому что, ну, ее нельзя купить в автосалоне, и сейчас она является как бы редкой очень. Поэтому я думаю, это будет интересно. Набирайте 200 лайков, и выходит новая серия по Амазингу. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Imagine Holy Play. Кстати, кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь, потому что я хочу до Нового года добить 17 тысяч подписчиков. Нам осталось совсем немножко, поэтому, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Для вас это одна секунда, для меня это много чего значит, потому что моя цель — это именно 17 тысяч добить в этом году. А до конца этого года осталось буквально 10 дней, поэтому реально подпишитесь просто на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, в первую очередь нам надо перекрасить нашу машину, а именно Бугатти, в красный цвет. Сейчас я направляюсь к себе в СТО. Но я думаю, вы заметили то, что я теперь не нахожусь во фракции администрации области. Давайте я сразу отвечу на этот вопрос, почему. Потому что, я уверен, будете мне задавать этот вопрос. Получается, вчера, 18 числа, лидеру дали третий выговор. То есть, он получил три выговора, и за этого сняли, получается, с лидерки. И старший состав расформировали, то есть, меня тоже уволили. Поэтому, мне пришлось вернуться на дальнобойщики, я уже забрал, как бы, свой магну. И теперь я буду работать как бы дальнобойщиком. Во фракцию я теперь идти не собираюсь. Возможно, после ГО как бы пойду в какую-то фракцию, но до ГО во фракцию я идти не собираюсь. Меня не уволили, просто как бы лидера сняли, и из-за того, что лидера сняли, меня тоже как бы, ну, уволили, то есть тоже сняли. И лидер как бы сам накосячил, это не по моей вине его сняли, моя как бы совесть чиста, я как бы особо не косячил. Все, мы приехали, получается, к истой, давайте перекрасим нашу машину. Нам нужно ее как бы перекрасить в красный цвет. Вот, перекрасить авто. Выбираем цвет 244, 244. Вот такая красная просто пушка. Почему красная? Потому что, ну, все-таки пожарные, МЧС там и так далее, у них автомобили получаются красные. И у нас будет, получается, красная Бугатти. Кстати, смотрится довольно-таки неплохо. Такая красная малышка, еще номера соска. Теперь нужно поехать, получается, в Батырево и устроиться на работу пожарного. Потому что я работаю сейчас дальнобойщиком. Нам нужно устроиться на пожарного. И будем мы ездить на вызовы именно на Бугатти. Мне кажется, это будет реально прикольно. Все, получается, я устроился на работу МЧС на доступности, что с 5 уровня. На самом деле непривычно, потому что устраиваться нужно в администрации области. А буквально там вчера я был замом губернатора, и теперь я просто приезжаю и устраиваюсь на работу как бы в МЧС. Это довольно-таки странно. Вот, получается, нам можно сюда заехать, но перед этим нам нужно переодеться. Сейчас давайте зайдем, переоденемся. Я здесь очень давно не был, я вообще забыл, как здесь вообще, что происходит. Так, нам нужно зайти в пожарную часть, получается, и переодеться, как я понял. И тогда мы сможем уже начать работу. Так, а где переодеваться нужно? Вот здесь. Так, берем, переодеваемся. 5000 это стоит? Ну, хорошо. Все, я переоделся за 5000. Принимать вызовы, fire, понял. Так, fire, вызов пока что нету, хорошо. Надеюсь, когда они будут, то мы самые первые приедем и потушим полностью пожар. Тут еще пацанчик, он стоит на машинке, но я думаю, он нам будет не конкурент, потому что у нас все-таки Bugatti, как-никак, самая такая дорогая машина пока что. Я имею в виду, в плане дорогая, по госке. У него госка 20 миллионов, и она очень редкая. Вы не думайте, что я говорю там в плане того, что типа там на ней номера стоят. Нет, пацаны. Дорогая, имею в виду в плане того, что она редкая, и у нее большая госка. У нее госка 20 миллионов. Я считаю, что эта машина реально очень классная, и в глобальном обновлении она будет очень быстро ехать. Вот представьте, просто вы такие приходите на работу МЧС, и здесь просто стоит Бугатти, вот. Вот красная Бугатти просто стоит, и вы можете на ней работать. Вот представьте, это было бы реально просто очень круто. Вот давайте даже я скриншотик забабахаю. Ну блин, это было бы реально очень круто, мне кажется. Чисто такой на Бугатти работаешь. Пацан тут работает на КамАЗах, на МАЗах там, на КРАЗах, а я работаю на Бугатти. Это реально прикольно. Так, все, я принял вызов, получается. И куда нам ехать нужно? Так, нужно ехать в Арзамас. Возле моего СТО как раз. Все, пацаны, я выдвигаюсь, получается. Внимание, поступил вызов. Все. Я отметил на карте, сейчас поедем и, получается, будем тушить пожар. Так, все, я уже в Арзамасе, получается. Бля, я проехал, что ли? Подождите.
Блин, я проехал, я придурок. Так, быстро сейчас по дворам поедем. Мне как бы можно на Бугатти по дворам ездить. На фуре нельзя по дворам ездить, на Бугатти можно. Я просто дурачок, я думал, это возле СТО моего пожар идет. А это получается ближе, возле вокзала. Сейчас попытаемся быстро туда как-то доехать. Бля, главное, что меня сейчас деморга не посадили, потому что я тут немножко вот так вот как бы делаю. Блин, я думал, я туда еду. Я просто, ну, по карте как бы посмотрел чисто быстренько. Я думал, я туда еду. Оказывается, я поехал вообще не туда. Так, давайте, надо успеть просто, надо успеть. Надо успеть первым доехать. Так, надо сюда поворачивать, да? Все, все, все. Чим просто. Бля, я не успел первый приехать. Все, потушили. Да ёб твою налево. Так, тут, короче, еще один пожар. У меня, короче, даун тут дебэшит. Сука, еблан, блядь. Так, поехали быстрее. Ну, я так понял, это где-то рядом. Сука, просто рыжики какие-то неадекваты. Этот на розовый. Я просто стою, блядь, никого не трогаю, блядь. Нет, подходит, начинает мою машину бить, блядь, тарани там и так далее. Я не понимаю. Я просто стою, никого не трогаю, надо меня заебывать постоянно. Спасибо тебе, дальнобойщик, просто, блядь, от души просто, блядь. Не мог ты, блядь, прижаться к обочине и пропустить меня. Нет, да, вообще никак просто. Просто реально бомбит от людей. Ты просто стоишь, никого не трогаешь, и тебя начинают таранить, бить, оскорблять там и так далее. Я-то просто таких людей не понимаю, серьезно. Так, я, по-моему, первый приехал, да, получается? Наконец-то я хоть первый приехал, ебаный насос. Так, тушим пожар. Вот еще пацан приехал. Так, надо тушить надо. Конечно, затушителем особо не потушишь, но, блядь, я стараюсь. Мы просто пожарники, ебать, на Бугатти, блядь, езжу я только. Я просто пожарник обустроился, чувак такой в аху, ебать. Я приехал, он приехал на вызов, получается, я на Бугатти тут стою. Че, блядь, я его не понимаю. Он задает вопрос и говорит, да, типа, что это его машина или как? Я что-то ни хрена не понял. Ну ладно, давайте потушим пожар. Вот мне реально по кайфу работать, если бы еще рыжики просто не мешали. Потому что я просто встал далеко от людей специально, чтобы никого не трогать, никому не мешать, никого не провоцировать. У меня ремок уже очень много ушло, потому что меня один дальнобойщик протаранил, потом еще кто-то. Он хочет поводить мою машину. Я вообще-то ее специально взял, чтобы на ней работать, а не просто кататься. Я, кстати, довольно-таки быстро доехал, если бы еще в дальнобойщика бы не въебался. Но там и он виноват, и я, потому что, ну, я хотел проехать, а он меня не пропускал. Ну, я думал, я пролечу между ним и отбойником, но не получилось. Так, короче, поступил новый вызов, получается, в Южную. Сейчас мы туда поедем. Мы, короче, с пацанчиком этим уже разговорились. Я его уже в Фому принял, как бы. И еще хочу, как бы, ему подарить деньги на машину. Он хочет какую-то иномарочку купить. Я хочу ему, как бы, подарить бабочки. Я думаю, это будет нормально. Сейчас надо просто быстро доехать до Юшки, потому что там у нас вызов получается. Так, мы, короче, уже почти доехали. Где-то здесь, короче, пожар. Так, где-то вон там. А давайте сейчас добежим. Я пожарником особо не работал, поэтому я точки все не знаю. Я там знаю пару точек, где может пожар быть. Именно все точки я как бы не знаю. Ну, я не знаю, этому пацанчику можно, конечно, подарить какую-то машинку, потому что, ну, ему хочется какую-то машину себе купить. Но я бы мог ему там приору подарить, но он хочет там какую-то машину за 2 миллиона. Ну, 2 миллиона, как бы, это для меня сейчас сильно много. Каждый день играешь, да? Он еще, как бы, пишет очень плохо, МГшит. Я не знаю, либо он русский плохо знает, потому что он там и по-украински писал, ну, некрасиво тоже так. Короче, ну, пацанчик прикольный, я вам скажу. И, в принципе, можно, как бы, ему сделать приятное, подарить просто ему бабки. Ну, в принципе, я думаю, после работы можно, как бы, будет ему сделать как бы подгончик, подарить ему там хотя бы 1400 либо 500, чтобы он уже там дальше сам развивался, может купить себе квартиру, машину. Я извиняюсь, конечно, но я чуть его не убил. Так, все, 6000 мы получили, короче. Все, теперь можно ехать дальше. Так, снова пацаны вызов, получается, в Арзамас, там, где мы и были. Но я вот не знаю, как быстрее поехать. Давайте сейчас, короче, скоротим путь через, получается, вот эту дорогу, потому что нам нужно именно в Арзамас, там, где я, короче, вызов проебал, нам нужно именно туда доехать. И Седой, мне кажется, будет побыстрее, тем более мы на Бугатти едем. И сейчас как раз этот вызов закончим и поедем, Диме купим, наверное, какую-то машину в автосалоне. А не, это другое место, блядь, только мы не успеем, походу. Stop it! Я тоже хочу. Есть, я успел, пацаны. Я успел поучаствовать. Что нахуй делать, Алена? Батя, у него скин какой-то стрёмный. Так, вот у нас получается, Дима не успел на пожар. Но я бы лично советовал бы ему приору, потому что она и недорогая, и быстрая, и красивая. Поэтому, пацаны, имейте в виду, кому нужна как бы машина недорогая и симпатичная, быстрая, то покупайте приору. Все, короче, мы приехали в автосалон, но он мне говорит, чтобы я ему дал как бы миллион на машину. Ну, понимаете, типа, ну, ладно, 500 тысяч это еще более-менее, но миллион, я считаю, это уже много. Тем более не хочу как бы его избаловать, потому что, ну, я ему дам миллион, такой, о, типа, легкие деньги, знаете, там, купит машину, либо пойдет все казики сольет.
Поэтому я не хочу ему много денег давать. Я не знаю, что он там хочет выбрать себе, но мне кажется, он хочет какую-то дорогую машину, прям очень дорогую. Потому что я его спрашивал, он именно Жигули не хочет, хочет себе какую-то хорошую иномарку. Ну, блин, понимаете, вот какой у него там ID? 336, по-моему, если я не ошибаюсь. Давайте даже посмотрим, какой у него уровень. Вот даже 336, да? У него как бы 7 уровень, то есть он может еще прокачать один уровень персонажа, и он уже сможет работать дальнобойщиком, понимаете? Ну, ибо он сможет сам заработать себе 1 миллион. Поэтому избаловать я не хочу. Да, я могу ему подарить там приору и все. А дарить ему там BMW M2 за 3 миллиона там. Либо еще что-то дорогое я не хочу. Хочу что-то простое подарить, то просто он ездил, понимаете? Не какую-то там роскошную машину, а просто, ну, хорошую, недорогую машину, чтобы он просто на ней передвигался. Так, все, давайте ему передаем бабочки. Все, я ему передал, получается, 500 тысяч. И если он захочет, он сейчас пойдет себе купит машину. Не захочет, будет дальше копить деньги. Как бы это уже его решение. Так, поехали на вызов. Он буквально только что пришел. Я просто хочу еще успеть на вызов. А, перший на вызов. Ну, видите, он по-украински разговаривает, типа. Блять, он тоже туда едет. Так, стопе, блять, алло. Мы тоже туда едем, стопе. То первый того и тапочки, как говорится. Так, давайте тушить пожар, короче. Ну, я считаю, это, пацан, нормально, реально. Мне реально нравится работать пожарником, это реально интересно, тем более на Бугате. Если хотите, можно таким будет позаниматься еще на стриме, потому что, ну, дальнобойщики это само собой, но можно будет для разнообразия просто работать в МЧС, на Бугате кататься вместе с вами, то есть с моими подписчиками, и вместе, как бы, зарабатывать деньги. Короче, получается то, что он не купил машину, а он просто зашел в автосалон и либо его крашнуло, либо он просто вышел с игры. Короче, я не знаю, что с ним произошло, но, как видите, здесь как бы его нет. Давайте вот даже по ID посмотрим. Дима. Так, вот Дима. Какой у него там ник был, я забыл именно. Волковский, да? Дима Волковский. Давайте посмотрим. Его даже нету в игре, чтобы вы понимали. Вот Дима Волковский. Его даже нету в игре. Я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что идея реально прикольная. Я надеюсь, что вам реально понравилось. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Набирайте 200 лайков. Выходит новая серия по Амазингу. Также можете писать свои идеи в комментариях, что мне можно поснимать. Ну, точнее, что бы вы хотели, чтобы я поснимал. Возможно, казино, возможно, походы на ВЧ. Возможно, будет дальнобойщика. Короче, пишите свои идеи в комментариях. Все, всем пока-пока.